Бензопила – отличный и известный всем инструмент. А вот его младший брат электропила не так популярна, хотя обладает не меньшим количеством сильных сторон. Она меньше, легче, тише, проще в обслуживании и работе. В общем, есть что рассказать, тем более, что на тесте у нас сегодня пилы Makita. Модели UC20 и UC30 немного отличаются друг от друга дизайном и мощностью, в остальном эти пилы абсолютно одинаковые. Что касается длины режущей части, то тут Makita предлагает несколько вариантов. Рабочая часть лезвия составляет примерно 2/3 длины шины, до того места, где она начинает сужаться. Так что тут все достаточно просто. Выбирайте длину под свои нужды. За этот параметр отвечают вот эти две цифры. Кстати, при желании в будущем шину можно заменить на более длинную. Главный козырь Makita – качество. Все основные элементы, подверженные нагрузкам, изготовлены из металлокерамики. Это значит, если пила и сломается, то вряд ли из-за некачественных комплектующих. Чаще это происходит из-за неправильного обращения. Так что по ходу ролика мы будем рассказывать, как правильно работать с ней. Электрическая пила идеально подходит для кровельных работ из-за своих небольших размеров, веса и точности распила, чем не может похвастаться бензопила. В помещении она также удобнее, чем бензиновая, ведь у нее нет выхлопных газов. А еще это практичный выбор для загородного дома или дачи. Также такая пила на порядок тише бензиновой и работает от сети, не будет лишней мороки с бензином. Конечно, производительность электропилы меньше, чем у бензиновой, она не рассчитана на работу на лесоповале. Мотору пилы обязательно нужно время от времени давать остыть, таким образом вы значительно продлите срок его службы. Одним из главных параметров пилы является мощность. Она не только определяет производительность, но и серьезно влияет на работу при падении напряжения в сети, что в наших условиях явление частое, особенно на даче. При падении напряжения двигатель начинает терять мощность, перегревается и может сгореть. Однако чем он мощнее, тем менее чувствителен к скачкам напряжения. Так что в этом плане чуть более мощная модель UC30 предпочтительней. Перед началом работы главное правильно установить и натянуть цепь. Сначала устанавливаем шину. Затем на нее накладываем цепь. Тут главное установить зубчики в нужную сторону. Закрываем все это крышкой и немного подтягиваем вот этот крепежный болт. На этом шаге возможна небольшая загвоздка. Закрыть крышку получится только в том случае, если этот болт будет в крайнем положении. В противном случае крышка просто не закроется. Теперь нужно правильно затянуть цепь. У нее должен быть примерно миллиметровый зазор, где-то вот такой. Все, затягиваем болт до конца, и на этом сборка закончена. Осталось дело за малым – залить масло в бачок. Масло желательно использовать самое простенькое и максимально текучее. В инструкции написано, какое именно лучше выбрать. Кстати, в Makita используется насос для подачи масла. Он работает только когда пила включена. Это помогает экономить масло. Перед началом работы проведите пилой над листом бумаги. Масло, смазывающее шину и цепь, должно прорисовать линию на нем. Если все получилось, пила готова к работе. Как показывает практика, цепь нужно затачивать примерно после распила 4 кубов дерева. Срок службы шины и звездочки в основном зависит от правильности использования пилы. Одно из главных отличий между нашими пилами – расположение мотора. Из-за продольно расположенного мотора 30-ю модель можно брать и вот так, и вот так. Горизонтальный хват удобен, если, например, нужно срезать ветки вишняка. Также за счет такой конструкции пила лучше сбалансирована. У 20-й модели мотор расположен поперечно, так что при горизонтальном резе она не так удобна. А еще у нее чуть хуже с балансом, опять-таки из-за выпирающего мотора. С другой стороны, такая пила весит примерно на килограмм меньше, и спина не будет так уставать во время работы. Ну и отметим железный кожух у старшей модели, у младшей серии он пластиковый. Обе пилы оснащены аварийным тормозом цепи. Всегда перед включением переводите щиток в такое положение. Если вдруг во время работы оступитесь или упадете, вы обязательно нажмете на него, и пила автоматически выключится. Работать с пилой очень просто. У нее отличный баланс, а за счет малого веса руки совсем не устают во время работы. Во время тестов мы не ощутили никаких проблем с пилой. Она послушно пилила все, что мы ей подсовывали. Техника Makita, как всегда, показала себя с лучшей стороны. Качество на высоте, сборка отличная, работают пилы как часы. Больше желать от них просто нечего.